Представьтесь, пожалуйста. Вадим. Тарас. Тарас и Вадим, Вадим и Тарас. Понятно, у вас очень интересное художество. Ну, видно, что постараться-то хотели, но вот как-то не дорисовали, немножко времени мало было. Ну, это все он виноват. Ну да, у нас очень было мало времени, нам только сегодня сказали, мы еще начали подготавливаться и фломастеры искать, и нашли вот на ресепшене два фломастера, черный и красный, и все. Вот из плаката понятно, что вы любите Asus, вы любите StarLadder, а за кого вы болеете? Ну, Na'Vi, конечно, это же украинская команда, как же не за нее. Ну, сейчас мы болели за Virtus.pro, потому что это как-то славяне одни и те же. Понятно. Ну, а сами вы из каких городов, поведайте мне? Днепропетровск. Киев. Киев и Днепропетровск. Знали? Ну, вот в следующий раз старайтесь лучше, на самом деле. А так, респект за рисунок. Спасибо.